спрашивал, много ли людей ездит в метро после недели Ильинского вокзала. Станция Вольный Крым. Возможно, где? Это одна из самых оживленных. Обычно тут базарчик стихийный, но сегодня его нету. Не знаю я в связи с чем. Неужели так карантинные меры повлияли? Одни ящики мусорные местами валяются. Как бы все. KFC у нас тоже работает. На вынос можно подойти, взять там, то, что вы хотели. Что-то вдруг захотелось. Я взял себе 22 крыла. Сейчас приду домой, начну их топтать. В целом народ шарится, конечно. Как шарился, так и шарится. Пешком и на машинах, и на великах, и без масок. В том числе и я. Не, ну я маску надеваю, если в закрытом помещении. В магазине где-нибудь или в метро, конечно, маску я надеваю. Так, на открытом пространстве маску я не ношу. И, кроме всего прочего, у меня, я практически на процентов, наверное, 95 уверен в том, что я уже переболел ковидом, потому что, ну, видать, в легкой форме, потому что у меня был и нюх пропадал, и вкусы, ну, вкус меньше, конечно, но нюх сильно пропадал, было такое, полностью, причем абсолютно не чувствовал ничего. Но недолго, очень быстро, на следующий день началось восстанавливаться. Вот, а сейчас задышка есть небольшая, то есть, в принципе, думаю, что свое уже я хапанул. Вот была очень большая слабость, очень плохо я себя чувствовал, была заниженная температура. Вот, сейчас бывает задышка у меня небольшая, причем абсолютно ровном месте могу на кровати сбоку на бок перевернуться и задышка. Ну, сейчас уже немного лучше, но такое раньше было. Вот, сердцебиение может быть повышенное, потому что кофе не пил. Там, я вообще редко кофе пью. Вот, но это было раньше, на той неделе. На этой неделе я уже себя лучше чувствую. Вот, потихоньку оно проходит. Ну, вот. Ну и в принципе, как и в прошлый локдаун, тем, кто работает на стратегически неважных предприятиях, выдали специальные пропуска. Вот у меня тоже такой есть. Вместе с паспортом берете его и можете проходить, предъявите там полиции или гвардии на входе в метро и, соответственно, сможете поехать. Говоря, очень условно можно назвать это жестким карантином. Но что делать? Жизнь продолжается. Вот приблизительно так выглядит жесткий карантин в Киеве. Что называется, до встречи в новых выпусках. Всем пока.